Китайцы начали бурение в Полтавской области. Компания Zinjiang Baikan Energy Engineering Co. начала бурение по заказу окргаздобычи. Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м. Китайская нефтесервисная компания Zinjiang Baikan Energy Engineering Co. начала бурение скважины в Полтавской области по заказу окргаздобычи. Как сообщает пресс-служба украинской компании, бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении. Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м. Напомним, в сентябре 2017 года Zinjiang Baikan Energy Engineering заключила с Укргаздобычей контракт на бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 миллиардов гривен. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.